Калифорнийская компания Envision Solar после 3 лет успешной работы выводит на рынок второе поколение своих солнечно-зарядных станций для электромобилей. За предыдущий период они установили свои станции в более чем 100 муниципалитетах по всей территории США. Сама станция, называемая Solar Tree, кажется совсем элементарной по исполнению и начинке. Основными элементами является блок солнечных панелей мощностью 4,3 кВт и аккумуляторный накопитель на 32 и 40 кВт-час в зависимости от версии. Производитель основными преимуществами своего проекта считает абсолютную независимость своей установки от внешнего энергопитания, а также то, что для установки не надо производить большое количество дорогостоящих земляных работ, которые к тому же требуют дополнительных согласований с властями. То есть, куда ни посмотри, то мы видим экономию и последующую прибыль. К тому же станция может послужить аварийным источником питания для близлежащих домов в случае отключения электропитания вследствие каких-либо стихийных бедствий, урагана, землетрясения. Город Мэдисон рад получить и начать эксплуатировать нашу первую солнечную зарядную станцию EVARC. Эта станция будет располагаться в центре города на Брайтон-Лот. В течение многих лет мы будем иметь возможность заряжать электромобили от солнечной энергии, наиболее экологичного источника энергии из доступных, сказала Сатья Ротс-Конвей, мэр города Мэдисон в Висконсине. От электромобилей и этой станции не будет никаких выбросов. Кроме того, солнечно-зарядная станция дает нам устойчивость в случае аварийных ситуаций или отключения электроэнергии. Мы гордимся тем, что являемся лидерами в Висконсине по установке и эксплуатации солнечных зарядных станций. Мы надеемся, что и другие присоединятся к нам в этом начинании во благо экологии, развития инновационных, транспортных и энергетических решений, что в итоге положительно скажется на здоровье наших граждан. Справочно. Власти города Мэдисон приняли к реализации программу по обеспечению устойчивости с целью достижения к 30-му году 100% декарбонизации энергетической и транспортной областей. В рамках этой программы планируется уже в этом году получить первые электрические средние и тяжелые грузовые машины, а также электробусы. По сравнению с предыдущей версией зарядной станции, новая имеет некоторые конструктивные особенности. В частности, новое исполнение платформы придает всей конструкции большую устойчивость, что делает ее более выгодной в плане монтажа на местности, а также улучшенные характеристики по противостоянию экстремальным погодным условиям. Говорит генеральный директор компании Desmond Whitley. Новый форм-фактор EV-ARC 2020 делает продукт более динамичным, повышает готовность к чрезвычайным ситуациям и энергетическую отказоустойчивость, а также уникальным образом обслуживает районы, подверженные наводнениям и другим неблагоприятным погодным условиям, продолжая предлагать все преимущества предыдущего поколения. По скрипту. И, конечно, как обычно, как же без этого, найдутся чудаки, которые начнут вещать благо глупости, что в России нет солнца, что мы тут всегда живем во тьме и подобная техника нам не нужна. Не стоит тратить на подобных персонажей время и силы. Достаточно просто посмотреть на карту инсоляции в России и самим сделать соответствующие выводы. Ну а еще вот карта скорости ветров в России. И сопоставив эти две карты, можно сделать вывод, где и какие мощности возобновляемой генерации лучше ставить, а где можно пойти и по гибридному сценарию, создавая солнечно-ветровые зарядно-генерирующие станции.